Преподаватели и студенты Химико-технологического университета решили отметить год истории в России по-своему. Они разработали декадник истории – 10-дневный план мероприятий, включающий в себя цикл лекций, выставок, викторин и выступлений. Основная тема декадника – особенности русской национальной культуры и война 1812 года. Декада – это только концентрированное выражение того, что уже в течение всего года продолжалось. Работает исторический киноклуб. Студенты и преподаватели разных курсов и факультетов уже отсмотрели много фильмов. Вот в эту декаду будут смотреть две версии 16 века Московского царства и Ивана Грозного. Это знаменитый фильм Эйзенштейна с обсуждением. И, конечно, фильм Павла Лунгина «Царь». Особое место в программе отведено реконструкциям. Это, например, воспроизведение исконного русского танца в исполнении ансамбля «Улыбка». Также фрагменты истории представлены в виде тематических выставок, в том числе и русской живописи. В рамках декады истории я представляю медиапроект «Сюжеты русской истории в классической живописи», в русской классической живописи. Это историческая картина, наверное, самый интересный и, может быть, малоизвестный жанр русской живописи, который, ну, тем не менее, чрезвычайно важен для понимания русской истории всеми поколениями. Самым интересным событием декадника педагоги считают представление военно-исторических клубов с воссозданием русских народных игр и забав. Мероприятия в ВУЗе будут проходить до 19 октября. Вход на них свободный. Анастасия Николаева, Олег Милехин, РТВ Иваново.